В новом Наурызбайском районе площадью 153 гектара строительство ведется постоянно. Сейчас рабочие первым делом спешат завершить прокладку теплопровода к отопительному сезону. Работы завершены уже на 75%. Бесперебойным теплом будет обеспечен весь район. Кроме того, подводится центральная вода, электроснабжение и канализация, а также дороги. На масштабные проекты молодого района из республиканского бюджета выделено свыше 7 миллиардов тенге. Президент поручил его развить. Уже более 30 миллиардов вложили. Вот эти, вроде кажется, 30 миллиардов. Куда? Сети, тепло, вода, канализация, свет. Это все как бы не видно под землей, дороги. Но на самом деле без них ничего не поставишь. Бауржан Байбек предупредил подрядчиков о сроках, а недобросовестным пригрозил изъятием лицензий. До конца года завершится строительство административного центра. Для удобства жителей на одной территории будут находиться здания ЦОН, прокуратуры, РОВД, суда и акимата. Это выполняется в рамках поручения главы государства. Это создание полицентричных центров на территории города Алматы. То есть это делается для того, чтобы рассредоточить основные массы населения в разных административных центрах. В этой связи новый район является перспективным очень, активно развивающимся. В ближайшее время в районе предусмотрено строительство 8 детских садов, 4 школ, торговых, бизнес-центров, промышленных объектов и доступного жилья по госпрограмме. Айырки Ермек, Влад Шишко, телеканал Алматы.